Привет, друзья! Мы опять в дома-баре вместе с Павлом. Сегодня будем говорить о таком коктейле, как сингапурский слинг. Этот коктейль был придуман в начале прошлого века в Сингапуре, в баре отеля Raffles. Назывался лонг-бар отеля Raffles. Якобы, по легенде, он был придуман для молодого офицера, который хотел угостить свою молодую девушку. Мы сейчас будем показывать одну из оригинальных версий этого коктейля. Ну что ж, друзья, сингапурский слинг, Павел Лихорад, дома бар. Для приготовления нам потребуется джиггера. Митя сбегал за джиггером, вот наш джиггер, и значит поехали. Значит, потребуется 30 мл джина. Добавим чуть попозже, чтобы было покрепче. 15 мл вишневого ликера. 15 мл апельсинового ликера. 30 мл ананасового сока. И несколько капель ангостура. В нашем случае оранж тоже будет вкусно. Сцеживаем талую воду из шейкера. И я добавлю лимонный сок. Делаем обильный шейк. Сливаем талую воду с нашего бокала. Переливаем туда наш лимонадик. Наливаем все глазированной водичкой. И сервируем цитрус. В нашем случае это лимон и апельсин. Наш коктейль готов. Ну что ж, дорогие друзья, я искренне надеюсь, чтобы попробовать настоящий сингапурский слинг, вам не придется лететь вдалеке в Сингапур, хотя это на самом деле очень приятное путешествие. Я бы слетал. Ну, гораздо более короткий путем, приезжайте в дома-бар, ловите Павла и любого из его коллег, слушайте диджея Листицкого, пейте вкусный сингапурский слинг и любые другие коктейли, а нас смотрите на barhook.ru.